Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1201. Нам нужно написать все цифры, которые можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное равенство. И пункт А. 0,3 больше, чем 0,13. Давайте вспомним, как у нас сравниваются десятичные дроби. Нужно уравнять количество знаков после запятой и, отбросив запятую, сравнить натуральные числа. Но так как у нас уже тут одинаковое количество знаков после запятой по 2, то можно сразу отбросить запятую и сравниваем тогда число звездочка и 3 двухзначное и число 13. И первое число должно быть больше, чем второе. Ну, тогда понятно, что вместо звездочки могут стоять следующие цифры. Двойка может стоять, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка и девятка. То есть 23 у нас может быть число, 33, 43, 53, 63, 73, 83 и 93. Все числа будут больше, чем 13. Пункт Б. 0,1 и звездочка меньше, чем 0,18. Отбрасываем запятую, потому что одинаковое количество знаков после запятой. Здесь получаем 1 и звездочка меньше, чем 18. То есть звездочка у нас может быть следующим числом. Единицей, потому что 11 меньше, чем 18. Двойкой, тройкой, четверкой, пятеркой, шестеркой и семеркой. Пункт В. 5,64 больше, чем 5,8. Отбрасываем просто запятую, потому что одинаковое количество знаков после запятой по 2. Получаем 564 больше, чем число 500,8. Ну и, соответственно, на месте звездочки может стоять единица. Получаем число 518, а оно меньше, чем 564. Двойка, тройка, четверка и пятерка. Все, больше никаких чисел здесь стоять не может. Дальше пункт Г решаем. 3,51 меньше, чем 3,1. Убираем запятую, сравниваем число 351. И она должна быть меньше, чем число 300,1. Соответственно, на месте звездочки должно быть число, которое больше, чем 5. То есть цифра 6, 7, 8 и 9. Пункт D. 12,4 больше, чем 12,53. Убираем запятую, сравниваем числа 1204 больше, чем 1253. На месте звездочки самое маленькое число, которое может стоять, это пятерка, потому что 254 будет больше, чем 253. Ну, дальше шестерка, семерка, восьмерка и девятка. И последний пункт. Пункт Е. 0,001 меньше, чем 0,0 единиц, звездочка и единичка. Убираем запятую и потому просто запятую убираем, одинаковое количество после запятой знаков. Здесь получится единица, а здесь звездочка и 1. Здесь однозначное число. Справа вот этого числа у нас двухзначное, поэтому на месте звездочки может любое число, любая цифра стоять, кроме нуля. Единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка и девятка. И выполнили задание 1201. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.